Итак, 2021 год можно смело назвать годом ремейков. Сначала нам показали переиздание iJust, а потом мы увидели новый Pico. Вроде бы все, хватит, можно успокаиваться, но ребята из компании Leaf решили обрадовать нас очередным хитом из прошлого с новыми фишками. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Leaf под названием iStick Power 2. А перед началом ролика я хотел бы сказать, что в мои руки попал образец не для продажи, поэтому внешний вид упаковки и то, что находится внутри, может отличаться от конечного варианта. В моем комплекте лежит сам мод с баком, два испарителя, кабель USB-C и инструкция с гарантийным талоном. Внешний вид у девайса – мое почтение. Очень приятный металлический корпус в цвете Gunmetal. Кожаная проставка, которая состоит из двух отдельных элементов, которые в свою очередь покрашены в разные цвета. Кожа очень мягкая и невероятно приятная на ощупь. Все это чудо в руке лежит как влитое, а дополняет общую картину приятная тяжесть девайса. С самого старта производитель представил нам сразу 4 расцветки, но меняться будет исключительно цвет кожи. Корпус мода будет всегда в цвете Gunmetal. Мод получился довольно компактный, и он ниже того же самого Драга. На лицевой панели располагается большая круглая кнопка Fire, чуть ниже находится цветной информативный дисплей, и в самом низу находятся кнопки управления. Вправо находится порт USB Type-C. В верхней части находится 510-й коннектор. Диаметр посадочной площадки 25 мм, а это означает, что на этот девайс можно накрутить практически любой современный атомайзер. Внутри девайса, как я говорил ранее, находится встроенный аккумулятор на 5000 мАч. Заряжается он силой тока в 2 ампера. Казалось бы, скорость большая, но от 0 до 100% он будет заряжаться минимум 2 часа. В плане функционала здесь все очень просто. Казалось бы, на дворе 2021 год, а нам дают лишь функцию варивата с максимальной мощностью 80 Вт и самый обыкновенный варивольт. Но стоит заметить, что плата обладает всеми необходимыми защитами, такие как от перенагрева, перезаряда, переразряда и так далее. Теперь несколько слов про комплектный бак. Работает картридж на сменных испарителях. Объем резервуара либо 2, либо 4,5 мл. Обдув регулируется, и есть просто огромное разнообразие в настройках. Можете поставить довольно тугую сигаретную затяжку или максимально свободную, кальянную. По итогу я хочу сказать, что это довольно крутой девайс с большим аккумулятором и довольно простым, но при этом полезным функционалом, который подойдет как пользователям со стажем, так и новичкам. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.